Это нормально, в принципе. Я погнал. Всем салют, подписочники. С вами, как обычно, Паша Клинс. У меня сегодня в гостях замечательный мужчина, которого вы сейчас увидите на моем экране. Царь-ля какой. Хей, там, чуваки. Короче, у нас сегодня такая совместная реакция. Я, конечно же, эту идею взял у Саши Фокс. Ведь никто никогда в жизни не делал совместных реакций на расстоянии. С вас лайкосик, подписочка, и мы залетаем. И давайте, пожалуйста, соберем 4 лайка. Все, пока. Ну, в смысле, привет, давай, начинаем. Дай мне мозг. Ну ладно. Значит, так, все, мы летим смотреть замечательный ролик. Неплохо. ВДФ 223. Всю. 2, 2, 3. Ух, полетела, родная. Ёжик, смотри, я просто. Тебе мне кажется, он сейчас на него, да, упадет. А, нет, вроде нормально. Сколько? Пока еще нормально. Все. Чао. Какие дела, народ? А тут викинги решили поучаствовать в греческой олимпиаде и выставили свою команду по воздушной гимнастике. А, да? Ну-ка, что там? Поставь на паузу. Поставил, брат. У меня есть карты, да, как бы? Да, хорошо. Я сейчас достаю стопочку карт. Так. И сейчас ваша задача, Паша, вы, пожалуйста, помолчите, я разговариваю с подписчиками. И сейчас вы должны загадать карту одну из всех. Без масти, только карту. То есть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я загадал. Я, кстати, да, его вебку не вижу, если туз. Но я понимаю то, что не видишь. Угу. И, ребят, загадывайте, у вас буквально 3 секунды, я сейчас найду вашу карту, и на этом все. Именно цифру или же букву. Да. И как поступим? Если я угадал вашу цифру, то вы прямо сейчас прожимайте лайкосы, плюшите, пишите плюс в комментариях. На счет 3 я достаю карту и говорю вам ее. И это 7. Слышь, хочешь прикол? Я знаю то, что я загадал. Я ее просто загадал. Типа 7. Я вот у меня было. Я отвечаю, я мамой клянусь, что я загадал 7. Отвечаю, типа что? Ребят, секрет фокуса прост. Каждый человек в основном загадывает 7. Понял, ладно. Слушайте, ну фокусы от Алексея, хорошая рубрика. Ой, а что с ними там? Это вот люди, которые увидели твой фокус, понял? Вертолет изобрели в 1939-м, люди до этого. Ну да, да, кстати. Ну, честно говоря, лучше бы его и не изобретали, от него больше проблем. С Москвы до Барнаула летал. Ой, а что там? Нормально летает, а потом? Я захотел в колду поиграть. Я, кстати, тоже этот, варзончик. О! Ой, вертолет выиграть. Можно, можно. В основном в рукопашку. О! Вот, смотрите, они уже удушающие приемы отрабатывают. Удушающие? Выйди отсюда! Разбейник, ну ладно, мне, пожалуй, часы очки надо накинуть. Что происходит? Отдыхает. Бой на Диком Западе настолько суровый, что у них на плече вместо попугая сидит... Это сейчас. Ну да. Индеец, я балдю. Но ситуация становится еще более странной, когда оказывается, что индюк у него надет на руку. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, нормально. Он его моет. Это проявление заботы, чувак, я считаю. Чувак поосторожнее был с этой куропаткой. А ты подумал насчет того, что он может вздохнуть, в общем-то. Ёб твою мать. Куартера вообще развлечение странное. Я вас накачиваюсь и сношу промокей. А, ну нормально. О, это вот ты вот так раскачиваешь, да? А вот есть ли среди моих зрителей ассоциации такие, что вот эта песня, вот эта вот песня ассоциируется с тем, что, ну вот раньше, короче, был рофл, что кто-то кому-то ссылочку скидывал, а там, короче, вот эта же музыка и занимаются непотребными штуками, и там что-то вот так вот крутится. Понял? Знаешь что, Паш, после этих фраз, догадайся, пожалуйста, фокус-покус, куда идет двоечка? Я не скажу. Тебе в бороду. Создан для лечения боли в спине, шее и суставах. Да, да. Делай это упражнение раз в день. Ой, как это хорошо. Ну уж лучше так летать, чем... О, блядь!
Как-то странно с животными обращаются. Наручный индюк, а что вот это, я вообще представить боюсь. Не идея, давай читать субтитры. Давай. Комщун Артур. Комщун Артур, да. Амогус. Нормально, кстати, нормально. Блин, это просто прикольно. Вот Лермонтов как раз про это писал. Смешались в кучу кони-люди. Это чисто кентавр с Алиэкспресс. Пацаны, как вы обращались с животными, так и они будут с вами. Look at this view. Look at this view. О, смотри на этот вид. О, как красиво. Смотри, это в будущем ты такой будешь, качок. Да. Ну да, это конечно красиво, но... Это конечно не Самара. Маэстро просто лучший. Вот, смотрите на этого оленя. Так же коня нужно использовать исключительно как боевую единицу. Это не средство передвижения, это средство массового поражения. Так, ну... Так, реклама на Диком Западе. Купи коня! Купи, не пожалеешь! Богатырский конь! Ну, кстати, современные железные кони сохранили характер своих предков и тоже бывают напрочь отбитыми. Минус один, минус два. Ну тогда ясно. Сейчас, почему так? Почему все еще едет? Ну, это нормально, в принципе. Я погнал, давай. Ребята, вы чё-то залили еще вот так штыри? Шампунь жумайсумба. А, жумайсумба, блин. Инна, мойсна, каждый день нам. Я просто Евгения Чеботкова пересмотрел, сейчас постоянно этот акцент казахский пародирую. Ну, все у меня хорошо с головой, иногда, но не сегодня. BMW мотоцикл с автопилотом разрабатывает, и что-то мне подсказывает, что это хреновая идея. Ой, блин, я не знаю, Русланчик нормально, так ролики выйдет. Как повысить FPS в играх бесплатно, без регистрации. Ой, ну все, началось. Я тут немного почитал, и теперь делюсь с вами. Не надо этим делиться, мы с Хайпером играем на GTA 5 RP, сейчас будет рекламная интеграция, все. Дело в том, что я очень давно играю на GTA 5 RP Richmond. И если ты хочешь поиграть со мной, с Кирюхой Варпачом, с Алексом Фоксом, то все, что тебе нужно сделать. Шаг первый — это лицензионная версия GTA 5. Тебе нужна в Steam, в Epic Store или просто через Rockstar купленная, неважно. Лицуха, чтоб была. Если она у тебя есть, то это прекрасно, переходи ко второму шагу. Тебе нужно скачать лаунчер. И в этом лаунчере уже выбрать Richmond. Лаунчер тебе все докачает, и в принципе ты можешь нажать «Играть». И ты будешь уже там играть. Есть еще один способ через Rage Multiplayer. Ты его скачиваешь, затем в поиске вводишь Richmond и заходишь на сервер, и игра тебе сама все скачает. Поверь мне, все очень просто. Ну и шаг номер 3 — это регистрация и непосредственно игра. И шаг номер 4 лично от меня. Как только ты уже зарегистрировался, зашел на сервер, нажимаешь на F10, там будут настроечки, аккаунт, и вводишь мой промокод Claims, который тебе даст $12,500 до 5 уровня и 10 дней VIP-статуса. А випка тебе, в свою очередь, даст X2 денег и X2 опыта на пейдеях. И по достижению 5 уровня ты можешь вступить в мою организацию. Очень часто мы с пацанами там зависаем, все такое. Ну, короче, я думаю, что тебе понравится. Хорошая интеграция была, правда. Я знаю, я ее сделал полгода назад и не менял. Все, давай летим. Знаете фразу, если хочешь сделать хорошо, какая грязная сучка. Вот это совсем не про меня, если дело касается, конечно, пиротехники. Машину грязную надо помыть. Ну да, кстати. Помой машину. Ой, а что он? А что он? А куда? А... Ну, да, да. Я, в принципе, сам себя. Я вас уничтожу. Маэстро. Просто тебе нужно было думать головой. Мне кажется, в этой ракете такой же автопилот, что и в этом байке. Ну, да, да. Вертолет из предыдущего выпуска. Вертолет. Я помню. Это прекрасно. Знаете, вот это кто? Ну, я в армии служил, там то же самое видел. Поле? Да походу, но только с такими темпами поле он перекатит к китайской Пасхе. Нужно, чтобы ему командир немного придал ускорение. Я тут увидел трейлер нового Форсажа. Ну это мы с Хайпером, 2017 год, игромир. Столько денег на спецэффекты. Можно просто брать кадры из GTA, они идеально вписываются. Вот смотрите. А, да? Ну давай.
Так. Ну, классный рандомный момент. Везение моего друга в играх. Весело. Чё? О, да я говорю, весело тебе, да, получается? Нет, особо что-то. Мое везение. Ой, блин. За столько лет игры я осознал, что все-таки главное в шутерах — это взаимопонимание в команде. Да. Признавайся, твой ролик. Нет. My mother is sleeping. Мазер слепил. Хороший тиммейт — это не всегда тот, кто тащит. Хороший тиммейт — это тот, кто уважает твою маму. My mother is sleeping. Ну, sorry. Круто, когда тиммейты четко дают свое время. Ну, кайсенька, это, конечно, да. Мои тиммейты. We're talking about this... Detzel. Ну, естественно, после такой инфы вы сливаете катку, и тот самый чувак после игры... Обидно, знаете, обидно не то, что мы проиграли, а обидно, кому мы проиграли. Вернее, даже не кому мы проиграли. Блин, это такое говно, я не хочу. Как именно мы проиграли, типа, вернее, как именно они играли, что мы так проиграли. До слез просто. Они играли, мы проиграли. Саня классно говорит, нравится. Вообще, знаете, обидно не то, что вы не подписываетесь, обидно, куда вы не подписываетесь. На хайпера, на меня тоже, пожалуйста. Делай эту красную красную. Девушка постоянно просит вас сделать ей массаж, что попробуйте такой метод. Больше не попросят. Лечим боль в шее. Мужики, берите на заметку, но лучше не надо. Она что? Раз будет с ним файтиться. Да не. Это что, типа... Да-да-да. Девушка Артура Моргана, ей похрен, она бесхребетная. Бесхребетная? Изобрели в начале 21 века. Как люди кидали друг другу песни в 20 веке. Так, это что происходит здесь? Ого. Песни кидают. Ну да. Ну да. О, там Даня Кашин. Йоу-йоу-йоу. Даня Кашин. Я не понимаю мема с Амогусом. Это типа они беситься начинают или что? Это типа это Амогус начинает. Ну типа вот этот предатель, не предатель, короче. Персонаж, который вот этот. Ну короче, начинает тверкать в задницу. И задницей тверкать в камеру. Ну я понял. Уважаемые зрители, мы иногда перебиваем Руслана, но это как бы мой ролик, поэтому чисто, ну бывает. Чисто Руслан, ну-ка давай-ка ты это. Руслана уважаю, я подписан на его инстаграм. Это наш ролик! Это наш ролик, Руслан! Конечно, да, ну реакция наша, а ролик нет. Типа, и, Руслан, ты красава, ты классные ролики делаешь. Подписчики, мы перебиваем, но это тоже контент. Все, я сделай оправдался. Для банды Ютуба. Это, да. Я не понял. Бега. Как выглядит моя среднестатистическая катка в колде? Хочу в колду. Я бы тоже, наверное, сыграл. Боже мой. Пойдем колду. Ну, ролик смонтировать. Если вы хотите, чтобы, ну, посмотреть, как мы в колду играем, ну, Twitch есть, да. Вот, все. Больше ничего не скажу. Больше ничего нет. Больше ничего нет. Денег нет. Так что-то. Да чего его постоянно убивают? Он просто появляется. Ой, боже мой. Ну, я когда просыпаюсь, только, знаете. Я думаю, чувака там горит примерно вот так. What? Он вообразил себя кошкой и решил съесть мышку. Но вообще бомбить можно по-разному. Мышку. Можно покусать мышку, а можно... Это было так тонко. Вообще, наша проблема в том, что мы не умеем как следует радоваться победе. Вот если ты проиграл, то у тебя бомбит по-крупному. А если победил, то как бы окей, типа так и должно быть. Нужно уметь искренне радоваться победам, вот как чувак из следующего видео. Так, давай. Ну, может, немного по сдержанию, но в целом, походу, он счастлив.
Ой, боже, тут недавно было 5 лет моему каналу. О, 5 лет каналу Руслана. Я думал, что такого сделать, чего никогда не делал, и вспомнил, что я уже смешное видео сделал. Обещал вам сделать свой собственный геймплей со смешными моментами. О, походу еще есть то, что реагировать будет. Со своими фейлами. Хорошо. Я как-то не решился его выпускать, а сейчас посмотрел, и он ничего такой, и я бы хотел его вам показать. Хорошо, Руслан. Я сейчас его домонтирую, немного освежу, и через пару дней дропну на этот канал. Так что скоро ждите мой первый летсплей. Я посмотрю на первый летсплей Руслана, возможно, вместе с Хайпером. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Спасибо за просмотр. Всем пока. Ребятки, вам тоже огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы хотите больше реакций, в принципе, с Алексеем или там соло, еще как угодно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и перейдите к Русланчику и напишите ему: братан, ждем твой летсплей или что там у него, нарезка будет. Обязательно посмотрим. Летсплей. Да, Хайпер, мы посмотрим с тобой вот это. Ну ладно. Всем спасибо, всем пока, F9, ссылочка на канал Хайпера, сами знаете где, это все. В заднице. Все, всем пока. Я такой дурак. Пока.